Счастлив дал. Спасибо большое. Макс, подожди, пожалуйста, портал подержи. Я сейчас прыгну. Так, у нас этому оверфолу не забудь отдать шмоточку, которую он выролил с грула. Все, понял. А этот, вот этот грудник, куда его деть? Какого? Ну, на грудный доспех павшего заступника. На грудный доспех отдаем... Кто у нас там? Шаху на престол. Вот, шаху на престан, холи прист. Все, понял, хорошо. Так, а голову ты кому отдал? Я забрал. Кто? Герасия под босса, милики ушли. И милики. Сбивает. Захиливайте под упал. Да еще в сторону. Дайте РДД. Чую под босс. Им на ХП. Дайте. Бля, что это? Под босса. Да бля, милики, вы пиздец. Точняк под босса. Остакались? Давайте, сейчас притяжка. Ага, я понял. Ваня, что ты бабл не прожал? Убежали. Сейчас под босса. Метка. Альпич под босса. А, все, падайте. Милики, как стакается? Меня убил. Извините меня, пожалуйста. Я слишком долго в кашу. У меня интернет вылетел. Нет тебе прощения. Ну простите, я больше не слушаю фейса. Ну ладно. Это достойно уважения. Два стака этих ласок на милика РДД на почту, и тогда я тебя прощу. За всех. Отпущу грехи тебе. Я тебя за один стак прощу. Джесс, Катенька, если ты не сбросил стаки, это не значит, что там Райт не сбросил стаки. Там не было стаков ни на ком. И три хила были без магии. Димас, кого ты принял там вместо меня? ШП Аларана, которого сейчас кикну, потому что он вылетает. Братишка Аларан, давай я тебя заменю. Если ты там лагаешь. Нет, все нормально. Спасибо, брат. Я знал, что ты мне уступишь. Пожалуйста. Если ачив канда будет, Варан, я могу слот уступить в лича. Лол. Сейчас бы на лича уступать. Гешо, нафиг это ачив канада. Ну, могу тоже уступить. Когда убьют или бить лича? Ну, когда убьют, могу любому слоту вступить в гильдии, кому надо. А Ваня? Ваня не, он пошутил. Брутелло, ты тут? Дайте фулбок, пожалуйста. Каску подогадать. Купи стан каску. Да. Керасия, что не хватает? Здорово, пацаны. Здорово. Погнали. Привет. Здорово. Привет. Чего на комнату? Синдрия. У нас нету биткоинов, не понимаю, о чем ты.
чего эти биткоины в гробу перевернулись? Блять, из них, сука, так видеокарты поднялись, аж вот пипец. Вообще жесть. А кто-то в Антарктиде майнит до сих пор, кстати. У китайцев там целые регионы майнят. Ой, я тебе серьезно говорю, они там фермы строят. Так я знаю, там показывали в интернете, я смотрел, там пипец, там прям цеха такие, заводы, что пипец. Сейчас бы помаймить, да? Смотрел притяжку. На одной видеокарте. Убежал. А на телефоне можно майнить? Конечно. На Тетрисе можно. Сто лет будешь майнить. До 200 тысяч подбивать, но мне метка, и блин, на брутале метка, это пиздец, надо будет его разбить на лимошке и на брутале. Лучше лимошка, а, да, самую звездочку разобьете перед спуском, слева только падает, только перед спуском по центру падает самый левый и дальний склеп. Сразу бейте сейчас меня. Самый левый и самый дальний склеп бейте, по центру падает, бейте его сейчас, разбивайте там ВДК чьего-то протопала, прокни древностные. Бейте его резче, РДД. Между склы... Блять, шо вы разбили? Разбивайте. Супердру, подними брутала, да. Гильдаль, дай гимн на хп. А у меня КД. Чё, у тебя КД? Падай. Падайте. Лена, что это за фигня? Это уже второй слоупок за... на бомбе. А когда морозится два танка, почему мы типа ДК разбиваем, а не палы? Да это не то скрип, тупые разбили просто. Надо было самый дальний левый бить, а не ближний левый били. Типа у протопала просто прокнет ревностный, нормально он поймает синдром. А ДК просто... Может любой паладин нажать бабл и таунт синдры, и все нормально будет. Интересует просто сейчас две вещи. Почему люди умирают от притяжки, от бомбы? Ну там скрип разбили, там а ДК умер. Вот если РДД будут стоять в мелизоне, у них будет больше времени отбежать на притяжке. Это если вы там в себе сомневаетесь, потому что она вас быстрее притянет, а каст начинается с момента притягивания. У вас где-то на полсекунды будет больше времени отбежать. У меня тут ВИК 25 в вагоне. Кто-то сообщение написал, выкашу. Меня слышно? Угу. Что, Олег тогда написал? Вент спилз, да. Дайте кулак по бекам. Припация, ты готов? Панк, что не хватает, Трися, что не хватает. Подожди, бафы. Все, все готовы, погнали.
Сейчас не надо хлопать. Приезжаю. Эти маны в безумие фога Хазараку. Часто. Летайте ему баф, каску, лапу. На мне метка, смотрите, где падает. Метки подбиваем до 200 тысяч. Смотрим, по центру падает. Тебе видно? Да. Звездочку подбивайте, справа падает. Звездочки нету ни хрена, никаких бафов, дебафов. 92% хп опять справа в том же месте. Тут ДПС можно больше давать, там баф мало дамага. Справа. Ой, да-да, справа. Все, давайте, разбивайте всю эту хрень. Два ранги на хп, читай. Так, я тоже читаю. Там же добили. Просто ДК мог умереть. Жаль. Кто осмелился призвать меня? Чего, Синдру убили? Не, еще. Что-то так долго тут стоим, жесть. Что-то вторым окном могу зайти помочь. Да на Сирус как ты зайдешь? Смотрим, метки. Метки вниз, Клота, Мраксус, Ангел, Черный Лимон, Бенчмер, Супертру. Здесь гимна не на КД сейчас, скажите мне. Стоит слева. И да. Бейте нормально скрепы, больше бейте дамаги, вливайте. Ситуация, хорошо, справа далеко. Левые и задние не бейте. Правые бейте сильнее. Лево близко. В склепах. Склепы разбивайте. Бейте синдрибос. Отбежали. Идем. Под босса первый. Тимошка. Филики ушли. Сразу разбить. Вторую тоже под босса. Зарак, милики ушли. Не разбивать. Разбивать вообще. Убежали милики, холод. Убиваем метку, Элария под босса. Милики ушли.
Убиваем, давайте Геру. Два человека на смон, все ушли. Сейчас присмонят, его прибегут. Да. Все, не надо шкаф. А с четвертой каты куда пускают? Целка. Обычку, да? Ну да. А в героек встретить? Морали. А еще не РС. В РС-ку, по-моему, пускают с четвертой каты. Да. С профом или без, я так и не запомнил. Без разницы, без профа можно. В РС-ку десятку. А, ну окей. О. Что такое проф? На червях такие слова. Профессор Мерзофит. Ссылка 10. А? Так, все здесь, я так понимаю. Сейчас срок заходит. Угу. Вова. Так, давай, короче, рейдер. Я первого босса тогда полностью танчу. А ты зеленые потом забираешь, я красный. Все понял, хорошо. А это что по стакам может помочь? Ну смотри, давай, если хочешь, давай по 5 стаков подержим. Все хорошо, понял, по 5 стаков. Если тебя сильно пробивать будут, там после 3 стаков говори, я перетаунчу. Все понял. Нужен запуск. Так, все здесь, да? Серега, Штормхолл. Пришел? Ну дайте РЧ. Он там просил 2 минуты АФК. Куда там пошел? Опечился, видимо. Да дай РЧ и все. Че гадать-то? Давай РЧ. Так. Зеленую, когда начинаем бить, рейндж 10 набираем, РДД особенно. Даем Геру. Прожимаем. Гера по команде лучше. Да. Гера по команде будет. Прожимаем прожимки свои. Вливаем full DPS. Сносим максимально быстро. Потом вливаемся в красную. На красной, ребят, смотрите, чтобы не было плевка. Подходите в тот момент, когда нет плевка. По первому боссу в лужах не стоим, не слакаем. Со сноубальдами под жопу к боссу подходим сразу. На ком сноубальд будет. Все, Штормхолл вроде здесь. Давайте, запускайте. Спасибо. На тушканчике на белом, на ледяном не слакаем. На кого бежит, все в стороны отходим. Самое главное рейндж держать. Да. Главное, самое главное рейндж. Вот поэтому я хотел ханта для этого босса с его усмиряющим выстрелом. Да он, по сути, я его таунчу, он не пробивает меня нифига. Даже под берсой. А каст у ледяного сбивается, нет? Нет. На ком сноубальд подходим под жопу. Сейчас выберу. Да не надо. Нормально стою.
Дженни с АБР, пожалуйста. Снобль задолевайте. Кислотного далеко до него вводить, да? Геру по команде. Подождите, сейчас поставит. Огромный. Я дам Геру. Угу. Давайте, все, погнали ДПС. На пул, пожалуйста, в рейдера в печеньку. Зеленый напуливайте в печеньку. Бьем зеленую, ребят. Красную не бейте. На ком дебаф к танку? Добиваем зеленую. Алёша, не прохилили, ладно. Проходите огнем из рейда. На ком дебаф, отойдите, пожалуйста, милики, смотрите за своим дебафом. Выходите из рейда. На ком дебаф отошли сразу от рейда? Огнем не подходи в рейд. Влад, дай Игорь. Бля, Серый, я Фристо отдавал, которого рессу. Да ничего. О, Настя, дай хули палу Иннер. Ты жирная по мане, все равно. Ник. Как это получилось, да? Пал, ватахилу дай. Так, все, забирай, рейдер. Агвин и себя. Серегу можно было и по волосу узнать. Давайте, бьем на пул в печеньку. Сходить по кругу. Все, смотрим, на кого бежит. Колти. Все от него в сторону. Колти вправо беги. Красавцы. Давайте, фул ДПС. У меня только что дропнулся экран, я еще ничего не вижу. Я слышу, но нет изображения. Ничего страшного. Я заберу. Я, если что, шипет, так, к слову. А, ну, тем более. Стой на месте, кидай косты в память. Так, рейдер, не отходи от него, стой на месте. На пол в рейдера, пожалуйста, весь на пол в рейдера. Чувак, используй воображение. Да. Колти, еще раз, не любит он тебя. От Мелькора, нахуй все. Колти, на Колти бежит. Молодцы. Пока у купника нет. Старый еще тут. Рейдер, ЛПшку по КД прям прожимай. Да, да, понял. Взяли рейндж. В рот енот. В сторону от него. Красавцы. Никогда не видел такого скиллованного рейда. Парадокс. Да более. Сейчас, когда чемпионов пройдем, тогда скажешь. Давай, поднимаешь мод. Я могу потанчить там на чемпионов. В конце, ребят, в конце, после этого, после Ануба разрол.
чтоб не париться. Быстренько сейчас пройдем. Так, давай, я, короче, на боссе, ты таскаешь мобов. Можете так, ребят, дайте релогишь быстренько, потому что это вообще давай. Какая-то хрень была. У меня сначала все затряслось, а потом погасло. Так что я релог. Давай, давай, не забывай. Не диспельте, пожалуйста, стаки, дайте заберу все, дайте насладиться ДПСом. Да, маги есть, пусть маги диспелят. Не диспелят, а... Ну, воруют. Ладно, чарократством занимаются. Кто туда там шаман или кто еще диспелит? Не трогайте, пожалуйста. Выдаст меньше 20к, хреново будет. Дайте заберу тогда все, покажу вам как надо. Ну давай, давай. Я посмотрю. Так. Это у нас Валенс, да, говорит? Я. Я посмотрю. О, 262 маг, между прочим. А че, как раз почти как твой. Ну да. Приблизительно почти как мой. Хочу посмотреть, сколько выдаст. Я выдавал 32 косарям последний раз. Сейчас посмотрим. Это с бурста или вообще окончательно? Ну, с бурста. Ну, сейчас посмотрим. Ну, у меня 258 маг. Во. Да. Если на меня какая-то гадость будет, предупреди, пожалуйста, хорошо? А то мне дебафы не показывают. С доначенными три. Окей, да. Окей, буду говорить. Так, ребят. Да, вот эту лужу анонсе, потому что я тоже ее не видел. Череп захил, крест выносим из рейда. Выбежали из рейда, пробежали вдоль рейда, чтобы никого не задеть, чтобы хилы вас доставали. Хилы, распределитесь полукругом, пожалуйста. Чтобы всех доставать. Так, рейдер, ты баб таскаешь, подводишь сюда поближе. Я на боссе. А вот таскаю еще раз. Из портала будут выходить вот такие вот бабы дурные. Вот ты их будешь подводить к боссу. На себе держать, агар. Ну и, соответственно, этих големов тоже агришь. Главное, под зеленкой быть. Ой, блять, там уже бой начинается. Я курю, все, стою на голову, да? Смотрю. Слакер. Ну как раз нахуй. Тебя агротаем. Ты заебал, блядь, меня подставлять. Ой, мне нормально. Попробуй теперь сорви. Да мне теперь там, походу, и не вырваться в первые места. Сколько время проебал. Подводи, подводи. К боссу прям. Плотно. Нормуль. 41. Я вижу, красавчик. Вот это я понимаю. Да, он покидал в стране угля. А у тебя весь шмот на хосту, слушай. Доиграем побольше. Валенс, а у тебя весь шмот на хосту стоит? Погодь, сейчас забьем. А, окей. Локи, работаем, баним, пожалуйста. Баба выходит
Рейдер, готовься. Нормально, 39 на выходе, ебическая сила. Ну, короче, кап у меня есть в 1400. Да, у меня тоже кап в 1400 есть, просто у меня половина шмота на дух еще стоит. Да блин, а он что дает-то? Я сейчас в СПД загоняюсь и в крит. Он крит дает, но вот, блять, видишь, у меня, короче, все камни стоят в хосту, и поэтому из-за духа, блять, у меня хосты нет в шмоте. Че, спикнулся? Ну, я много уже в крит набиваю. Ну, достаточно. Тем более, смотрю, у меня тринка есть, 155 хосте. А у меня топовые тринки стоят. У меня стоит. Сейчас тебе скажу. ЦЛК или откуда? Блять, у меня чешка стоит. У меня чешка стоит и стоит объект. Ну, нормально. А, сейчас, подожди, давайте, отходите все под щит, пожалуйста, ребят, налево. СРС-ки хорошая падает, тринг. 25. Ну да. А, Лэнди, ну, отходи, братиш. Ну, есть же. Ну да. Лэнди, отойди, пожалуйста, налево. Лэнди. Спасибо. Сейчас посмотрим. Ну, к нам подойди, нам блин. Лэнди, давай, наверное, в танка. Так, у кого еще спек танка есть? У меня. Давай. Кого Лэнди, давай. А, это кто, Вар, да? Так, Вар, давай ты, наверное, поддержишь Рогу. Рейдер, ты посидишь на ДК. А, Вилана у нас хил, по-моему, да? Паладин. Насколько я... А, нет, ни хера не хил. Так, Лэнди, давай в танка. Лэнди, слышишь меня? Друид. Рога. Так, сейчас подождите, ребят. А если я ДК к себе притяну и в стороне его держать буду, ничего же страшного с этого не выйдет? Нет, ничего, нормально. Так, танки зайдут на слева все. А я буду держать, получается, кто у нас? Шокула. Шокула держу. А Вар у нас, получается, держит. Кого еще раз я тут говорил? Рогу, да. Рейдер у нас ДК держит. И Шабада у нас держит Лэнди. Все нормально. Первого заливаем мага, желательно. А второго заливаем Ханта. И потом заливаем Лока. Так, я захожу справа. А, Мелькор, готовься тянуть вторым. Танки, надеюсь, меня слышат. Все танки слева, да, заходят. С танками кто идет с хилов? С танками из хилов идет вот Ахилл идет хилить. Если что, ему помогает Гюрлинг. Хилите через частицу.
Два пала помогают на подхиле. Еще раз, ник того, на кого частицу вешать. А, первую частицу Миралин, вторую частицу Рейдер. И хилите Вара. Как я зовут? Войд и Лэнди. Мишка. Все, давай, Арчи. Так, Роги. Один Рога давай садится на пристав, второй Рога садится у нас на... Вот он. На паладина. Нет, лучше не на паладина, лучше на Лока сядь. Лока, я сяду на ромбе, ты будешь... Да, давай. Просто два Рога будут забивать по да. Все косты. И так я буду пропускать... Все замечательно. Колти и Биокамура, садитесь на ромбик, вы будете косты сбивать ему. Будет замечательно. Ну, в принципе, все. Давайте, погнали. Танки пошли. Не достаю. Слишком... Беги, малышка! Гербут. Давайте Геру. Фокус Ханта. Метка есть у Ханта? Да, он далеко. Череп. Он далеко. Давайте тогда Лока заливаем. Ромб. Диспелим, ребят, диспелим. Шокол заявился, прикинь. Так, Ханта заливаем. Дизарм дали ему Роги. Вот он близко стоит. Че там, ромб залили? Да, вот так. Давайте, играем в Ханта, дизарм и погнали. Давайте заливаем бревно следующим. О? Бревно льем. Может, шамана лучше, не? Давайте шамана, похер. Да он бегает. Тогда один Рога садись на бревно, сбивай косты. А там Лок его банит. Ну, там вечно не забанишь. Дайте метку по цели. По шаману метку дай, Рейдер. Угу.
Давайте, давайте, больше ДПС. Давайте играем дерево, то оно слишком много хилит. Я сейчас прикольнул, смотрю, стоит толпа бесов, все в одной кучке. Мне прям в лицо летят. Шары такие еще зеленые. Давайте следующего. Тирия заливаем. Креста. Да давайте Тирия зальем, нахер нам ДПС нужен. Тут уже от хила не так много. Там у него половина хп уже просто. Один рога сядь на паладина, пожалуйста. Разбиваем у косты. Спасибо. Dispel. Ну давай теперь приставь. Лок, а у тебя Т4 такой прок, что кучка бесов стоит, чем твоих. Давайте паладин объем. Нет, нормальный прок. Но Т4, да, идет? Ага. Но если демон, то Т4 у него прок, он больше демонов призывает там. Что там, все, да? Всех убежишь? Рога. А, рога. А это нормально, что у нас варп заевейдился? Не знаю. Вообще нет. Сейчас и узнаем. Я думаю, можем... Просто он убежал, короче, обратно и наверх залез. После сегодняшних потерь... Испугался, значит. Нет, он просто перепутал, он туда вышел. Боешка. Боешка, это хорошо. Боешка, это хорошо. Нет, бое не анрол, ребят. Изначально этого не писали. Поэтому проебались сами, ребят. Лишь сплотившись, вы сможете пройти по сферу рыцаря на хусто. Отошли все ко входу. Умираем тотемы. Угу. Рейдер, берешь белую сферу, я черную. Понял. Давайте остальные, кто были в танк, ДД. Можно козлю поваром еще. Дайте метку для РДД в какой-нибудь часовой, чтобы все в одной точке стояли. Да, кстати, каски на варах нет что-то. А вот видишь, сову, стой в сове. На ДК тоже каски нет. Но мне кого держать? Нет или нет? Так, ребят, пока не поставим, не развернем. ДПС не надо вносить. Так.
Блокамура, ты напуливаешь черную в... Чего? Напуливаешь черную в кружево. Чего я напуливаю? Блокамура, правильно же? Ник прочитал. Я воен. Вот, смотри, ты, короче, напуливаешь Эйдис в рейдера. Так, понятно? Эйдис, понятно, поставь. Только у варов нет напула. Как он напуливает? Или я что-то не знаю. Ты же вар, блядь. Извини. Тогда колти, давай, напуливаешь. У нас... А, у нас Алюшек есть еще, да? Алюшек, ты тоже давай напуливай. Короче, весь напул Эйдису в печеньку. А я сам как-нибудь справлюсь. Все, все готовы, давайте проводим аршин. Стой, погоди, что-то у нас белых меток много. Что-то вот у нас в рейде белый, кто-то с белой ребят, меткой. Все возьмите черную метку. Все, кроме... Должна быть только одна белая метка. Кроме тех, кто знает. Ну да. Если не знаешь, бери черный. Если сферу умеете ловить, то... Ланди, друид. Вот. Еще кто-то вот тут стоит. Там нет, все. Все нормально. Че, кучкуйтесь в сову. Все в сову. Все встали? Давай, рейдер, пойдем. Тяну это, да? Кучнее, народ, кучнее. Не-не-не, куда сова-то? Так, сова назад. Вернись, Лэнди, назад. Лэнди, сова отойди. Назад. Назад ко всем. Я не ромбик, я квадратик. Все гребят ромбик. Все, покучнее встаем. Пока не поставим, не ДПС, пожалуйста. Еще метку дай на цель, а то может не все знают, судя по всему. Подводи сюда, подводи. Трупы уже, молодцы. Рейвер, поверни ее. Поверни лицом ко мне, вот так вот. Бьем темную и пиваем каст. Мы темную бьем. А, ну да, темную. Белую и светлую бьем. Остаем сейчас мысли в темную. Ты меня, Вова, разочаровываешь сегодня. Да, чё ты думал, блин? Я ж не такой многозадачный сейчас. Бьем ту же самую, сбиваем каст. Нет, берем светлую воронку. Берем светлую, бьем темную. А, ну да. Чё у меня столько ДБМ сломался? Падать. Нет, давай отбьем что. Переводим. Ближе подведи ко моей. Иди еще назад. Бьем светлую, сбиваем каст. Все. Мы вбили. Дайте кто-нибудь холи палу маны, пожалуйста. А что, бить еще, да? Ай. Бьем. Гин прожал. Мы и таким составом убиваем их. Ну как скажете. Там умерли от воронки от света, надо было светлую сменить. Да, у меня чуть ДБМ лаганул. О, темную воронку берем. Бьем.
светлую. Переводим. У меня копнули. Нормально. Ваншотом. Нету БРа. И некогда БР. Да надо. Не надо, без БРа добьем. Две секунды способны. Берите белый. Белый взяли. Нет, о чем убьем. Перевожу. Можно не переводить, не надо. Да, лучше перевести, хуй его знает. Норм. Добиваем. Интересно, они упали. Это местный баг. Лежу вообще в КП. Да, сейчас бы на валюхах еще ладно. Опа, еще бой. Опа! Шея поехала. Опа, на! Да. Выбор! Да ладно. Нормально. А я говорил, что я на ДД ролю. Никто не слышал, да? Мы сейчас все забрали. Вместе сидеть продать дальше. Тупо ретрик у меня 4к хпс украл. Видите? Вон, видите ретрик на третьем месте. Ну что сделаешь? Кинуть ему дуэль, да? Ой, ретрику! Ребят, давайте заходите. Как будто вам паука от карты надо пролететь. А что, вот через решетку ломиться надо, да? Ну-ка помогите, я не могу что-то. Лентяй, лентяй еще. Не-не-не, никуда ты не ломись туда. Сейчас запустят. Запустили же, да? Да. Да, запустили. Да, я убираю. Касочку дайте, пожалуйста. Каску, кулак. Кто-то мог тоже теневую таргет, как в Гере. Да. Здесь, наверное, мало его банить, да? Танка. Нет, здесь не надо банить, здесь под босса подводят их и забивают. Давай, ну, зерганем. Зерганем с таким ДПСом. Дайте, нормальный ДПС. Касочку, могу. Каску по ДК дайте. Можно попробовать? Я не знаю. А кто у нас вар был? Ой, дефенс, ну блин, его спешит. Чё? Нет. В два танков, да. Рейдер, ты танчишь жуков. Я на боссе. А, у рейдера что? Подводишь их прям под жопу босса. Агришь на себя и подводишь. Там же льба всего, да, влазит? Да, два штуки, все. Не забрал там, блин. Если ТД есть, я могу потанчить. Да не, лучше ДПСа больше. Пробуем. Блин, я не забрал. Ну, а чё, дадут Геру сразу с пула? Только Вова, блядь, танчи по-человечески.
Есть смысл. Мы не перейдем сразу на третью фазу. Да почему? Можем, ДПС хватит, по сути. Да что тут 20 лямов? Давайте пробовать, но тут 25 лямов, не 7, как в десятке. Давайте, конечно, много. Так, Блуди, ты на этих, на сферках? Да звездопад не, я постоянно на сверках. Я на сверках постоянно. Да, Блуди, друг, звездопад подрубит, пробежится и снесет их сразу. Тогда дайте сначала на стакс маленько набрать агро, то есть не вот прям сразу геру, и попробуем выдать, что сможем. Ну да. Так, все, давай арче. Под жопу. Ну, как, со стороны жопы. Да это похер как. А там домой пойдут и кого-нибудь попутно все зарежут. Все готовы, да? Рейдер? Все, готов, готов. Как выставят на лед, там мы с томами уж тогда на герб. Давайте сверки. Босс на лед. Веду. Рейдер на лед, ставь. Оба, на лед, под ставь. Бок. На лед. Давайте, давайте, бьем. Молодец, на лед поставь давай. Его. Да на лед. Под жопу к боссу, под жопу прям. Вот так, да. Это же морда. Второй здесь стоит. Ну, нормально. Так бить не надо? Давайте, заливаем трэш. Не зарегонем мы их. Да нет, конечно. Вторые вышли, давай, забирай. Он еще и первых не добили мы. Оба закопались. Моба, моба забирайте из рейда. Убивайте мобов. Ставьте на лед и убивайте мобов. Не надо такого хуйню заниматься. Как бить-то по боссу. Уводите босс. Ну, куда уводите уже? Еще да, занялся, блядь. Весело. Мобов заливаем быстренько. Ни одного не залили, все четыре зарылись. Угу. Раскопался, фокус. Заливаем быстренько этих мобов, давайте, 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 давайте. Убили. Красавцы. Погорячились, конечно. Походу, плюс на тебя. Так, Бладидру поднимай. Ловите на лед. Бладидру, БР. Лэнди, БР. Трэш под босс. Забираем мобов. Зря это, заберите трэш. И под босса. Веди под босса трэш. Ничего, веди под босса. На ошибках не учимся, да? Беги, не спиной, прям беги на лед. Под морду приди. Все, отводи босса, бьем трэш. Трэш с рейда заберите-то. Рейдер, забери моба. Ты что, он второй раз зарылся? Ничего себе. Угу. Владидроп БР, пожалуйста, Лэнди. Ну повторно сдох. Там повторно сдох. В
ускорение мы отвлечения, да? Да, про метку не слышал. Походу. Хреново. Три рога скиллованы какой-то. Вань, швань. Это не рога, это пал. Показалось. Рога был. Да упала и Ваниш есть, да? Ну как видишь. Сферы, сливайте сферы. Не жрите сферы, пожалуйста. Слушай, а сова вот. Вот она стоит, блядь, как манекен, я заебался понять. Может что-нибудь будет бить, нет? Все, стоп фут. Переводим его, да. Давайте, 3% осталось. Залили трэш. Сначала трэш залили. Да, давай трэш сначала убираем. Прям под босса подведи трэш. Агра. Заморозки был. На 30% держим рейд, не надо больше, только танков держим на 100. Пристабав поберите. Танки оставляем. Стоп хил, пару хилов. Оверфал и дюрлинг, перестаньте хилить, пожалуйста, пока что. На пару секунд. Ну вот, пошло дело. Рискила на него работает? Да. Угу. Меньше отхила, меньше, ребят. Я вообще не хилю. Вообще даже скиллы не юзаю, просто стою смотрю. Ну так можно стоять, смотреть, никто нет. Не скажет ничего плохого. Здесь же меньше, чем меньше отхила, тем лучше. Давайте ролить. Давайте ролить, короче, все. Ауч. Было больно. Резните, пожалуйста, павших. Молодцы. Было не больно, было обидно. Нет. Просто сказали перестать хилить, и тут перестали хилить, и на мне было это, глубокая заморозка. Кстати, а куда сферы рыцаря юзать? Сферы рыцаря. Крафтить. Сколько штук их выпало? Все, народ, 100 флот, давайте ролить. Вот сколько их штук, первые, допустим, если 5 штук, то первые 5 и отдаешь сразу. Каждому по одной. Давайте сферы рыцаря ролим. Такие роллы интересные. Записывайте. Вот 5 штук. 98 Блакамура. Дальше 98 старый Огр. Ну все, ко мне подходит, пусть. Ко мне подходите по одному. 87 Джейс. 86 Келти и 86 Гюрлит. Вот 5 человек. 98 он старый Йорк. А я старый Огр говорил. 2,98. Каждому по одной штучке. Давай. В 98 у нас 2 человека выкинули. Вар и еще один, кто еще один? Старый Огр, Блакамура, Гюрлинг. Банали, Даш.
Колти. И последний у нас получается Дженнис. Ну еще один подойдите, Дженнис не забирал. Все, оставляешь, подойдет. Давай дальше. Подходишь к рейдеру. Звездочку дайте по себе. К звездочке подойди. Трофей ангарда рольте. Точно так же. Соточка. Анхоли первая. Видно такой рот. Колти. Мне дерьмовый трофей отдать. Ага. Изи. По трофеям. Изи 50 голды. Блять, тихо. Анхоли прист. Колти оверфал. Дюрлинг. И 70 тысяч. А вот Линчен 75. Их 4 у меня авангарда трофея. Тогда Герлинг у меня, давай Линчен последний. Колти тоже? Извини. Так, Колти, да. Оверфол, Анхоли и 75 Линчен. Да нет, Кира, что трофеи. Ну, эти трофеи можно за 50 голды продать, поэтому как бы ролят все. Следующее. Давай следующее. Кастерские сапожки 245 ролим. Ткань. Ткань. А вот и мои 100 ролла. Ребят, ткань в приоре. Потом уже, если не нужно, то уже и соло. Мои как роли. Ох, блади друг. Не, Ланаселя даешь. 89 дал. Кто, кто? Читер, друид читер, отвечаю. Читер, да. Так. Ланасель. Ну, Блуди, я думаю, все-таки Ланасель стоит отдать, потому что все-таки прист. Он только плюс ткань носит. Там, да. Да. Давай, Ланасель отдаем. Давай, Торг, кидай звезде. Так, Ланасель, передаю. Следующее. Давайте тканевые брючки ролим кастерские, опять же. Меткость крит. Unholy Priest. 7, Дженнис 71. Кто забирает? Дженнис забирает, да. Да, ему надо. Дрешку давай. Дрешку давай ролим. Он кинул ролл Лэнди вот этот. Видели, что ли, он? Че, никому не, не надо древковое? Тогда давайте на распыл. Дюрлин, крит. Не-не-не, Лэнди, Лэнди же. Лэнди, дай. Лэнди же с ролем. А, вон Лэнди 59, отдаем Лэнди тогда, ему надо. У него там, че, мишка же. Лэнди 59, забирай. Кожаные наручи на дух хиловские. Дружный. Лэнди 51. Лэнди, определись, на кого ты ролишь. На три спека. На три спека.
Почему друиду можно на 4? Если Мишка, не кот. Лучше же ему отдать, правильно? Уже один кидает. Тебе давать больше некому-то, блин. Правильно все. Лэнди, да, забирает? Валенс, давай. Чего Валенс? Рулишь, если на... Этот, на ДД... Дай его рулить на медведя, сейчас так же рулит. Кожа. Да. Как маг кожу-то будет носить? Зачем магу туда? А ну да, магу тут... не надо. Подожди, дай бог, только в бою буду. Так, ну давай Лэнди, отдай Лэнди. Все, кожа только ему заходит. Извините. Тканевый посох. Хиловский. Выбор смерти можно я себе оставлю? Выбор? Пояс, не, по, не посох, пояс. Пояс. Волим. Прикинь, тканевый посох. Не, ну Вова так сказал, значит посох. Да, пояс. Так, Линчен. Так, передаю. Да, Линчен отдал. У него 232-й. Запах кольчужные, хиловские. Оверфол 23. Ну, ему и отдаем. Передаю. Ремешок ватный. О, на силу. Крит мастерство паладиновский. Паладины, АДК. А вары что, мимо? Ну, вары почему могут тоже. Дёрлинг 62. Отдай дёрлингу. Отдавать дюрлингу. 62 он выкинул. Олень просто так бросил? Ну, у меня чуть получше. Я просто так бросил. Кинжал. Кастерский. Кастер. Да, кастерский хороший. Лэнди, так ты на кого ролишь-то, ёпта? Да на всё, на бревно, на кота, на медведя, на хер... Да всю хуйню ролит. Что рухнул? На лезь... на тюлени ещё тоже. Он ролит на попрошайку. Штормхол 61, давай штормхолу. Лэнди, ну блин, начал на кота ролить. На этом, на медведя, давай на медведя. Подожди, кому вот это жало передавать? Жало Штормхолу. Кинь ему обмен, а то он пока тебя найдет. Серег, давай, сам подходи. Где там сладкие буешки-то? Да подождите. Шея. Угу. ДДшная, хорошая. Она дальше у меня да, такая же. Ну давайте сотку кто-нибудь. Не, ватахилу походу. Ватахилу 96. ГЦ. Ну я вписал, что на ретрика роли да, да, да. Ты изначально говорил, что ролишь на ДД. Это же боешка, да? Да вроде боешка, да, какая разница? Ролят, все какая... Ну да, все ролят. Давай, дальше. Лучше бы на приговор такой ролл оставить. Спина кастерская. Все да ролят на этот боец. Это боешка, конечно, все ролят. Да, боешка. Нема, вот это роли поли... роллы 96, полетели на боешку. 94, 95, 96.
Еще 96. 2.96. Ну, надо было ролики, да и все, для гильды. Так, Overfall и Void перерол. Overfall. Там еще, мне кажется, дэвид дэвишка. Кольчуга кастерская. Ну не кастерская, а на энха. Энховская. Да, энховская. Overfall, ты на хилаж, по-моему. Да, по-любому никому не надо. Ну, если больше никому не надо, дайте череп. Отдавайте его. Отдавайте. Ваши логики, если не до лэнди, почему вламывали? К тому же не надо. Да, забирай. Отдайте Overfall. Твой день сегодня. Лата. И по ему оно надо. Танковский. Можно на второй спек отворот? Можно. Бесконечный пропад. А что у нас монотанк, это что на второй спек? Ты танчил, забери ребят, их себе. Рейдер, да. Рейдер забираем, потому что он мейн танк. Он танчил у нас. Спасибо. Есть чаще. Здесь уж извините, если бы ему надо было, тогда можно было. Ну, 5, 2, 4. О, посыпались. Я себя заберу. А что, и палец забирает себе? У него 99. На хуй там боешь? Не-не, это боешка, боешка, да. 99, 98. На курина. 99, отдаем ему. Выиграл. Тебе он зачем? Просто это же танковский. Кому ничего не надо, кормовой. Она боешная. Это боец на Оне. На Оне не знаю. Че, в смысле на Оне? На Оне делать? Все, все, спасибо, на Курину. Просто реально у меня хреново. Не понял, что ты говоришь там? На Оне делать? Ну, 25-ку неохота, если честно. Блин. Выбор, ТД ролим. Я тогда пошел, что ли, ничего там. Пойдемте в ЦЛК сразу. Вот смотрите, сейчас, если больше 90, никто не... Блядь, все не срывает. Да. Если бы 90 кто-нибудь кинул, я бы кинул больше 90. Отдаем колти. У нас ограничений по ДПСу не было, так что нормально. Будет парень теперь ДПСить. А что приоритет? Какой приоритет? Ну все, я весь шмот раздал. Ну это все, ребят. Всем спасибо. Далекомбо-то он зайдет точно так же. Он... Ребята, а кого можно в друзья добавить, чтобы если что, ну, посмотреть, может, какие рейды спросить, сходить с вами еще раз как-нибудь? Да пожалуйста. Во все рейды мы ходим. А кого? Нет, у кого? А, либо рейдер, либо Мерлин. Пиши. Но Миралина 5 тинков! И все одетые! Мелькора записать можете. Мелькор, да. Мелькор, он пишите. Он. Меня можно тоже, в принципе, записать. Как он там найдет. У вас всех много твинов! Вы на твинах сидите. Ну, кроме Антона. А девочка-то какой-то? Да ладно, я. Роман. Эрдру, которая. Вас записывать всех. Ну, спасибо за рейды. Всем спасибо, ребят. Да не за что. Надеюсь, следующий четверг в 20:30 будет то же самое. Не буду работать, приду, наверное. Все правильно.